В конце прошлой недели в Ульяновске отметили День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Перед началом зимы, когда все уборочные работы давно позади, на одной площадке собрались местные аграрии, чтобы поздравить друг друга с успешным завершением сезона. К поздравлениям присоединился и губернатор Сергей Морозов. Огромное спасибо за ваш неустанный труд, за вашу подлинную любовь к родному краю. Вашими силами год от года растет и укрепляется сельское хозяйство. По многим видам сырья и продукции мы сегодня, благодаря вашему труду, вышли на полное самообеспечение. Наш регион гордится рекордными урожаями. На празднике были подведены итоги уходящего сельскохозяйственного года. По признанию самих аграриев, 2016 оказался для них очень успешным и прибыльным. Совместными усилиями удалось достичь небывалого урожая зерновых в 1 300 000 тонн. Большие успехи товаропроизводители сделали и в развитии молочного животноводства. Валовый надой молока составил 170 тысяч тонн. Но этот сельхозгод оказался более удачным, например, чем предыдущие. В этом году мы собрали рекордный урожай зимы пшеницы, порадовали подсолнечник в этом году. Ну и вообще все культуры практически в этом году дали наилучший урожай по сравнению с предыдущими годами. Почетными грамотами главы региона и Минсельхоза России были награждены руководители ульяновских предприятий реального сектора экономики. Также были подведены итоги ежегодных региональных конкурсов, где были отмечены лучшие работники отрасли. Дарья Сударева, Павел Макаров, Новости Ульяновской правды.